Всех с праздником, с Днем России, с Троицей. Мы знакомимся с нашим соседушкой, кавалером. Оливер его зовут. А порода вот называется кавалер и так далее. Мы ее посмотрим. Кавалер. Ой, Оливер, привет. Давай для нашей мамы. Вот ему годик. Татоша даже на него не гавкает. Хотя, когда годик уже, Татоша начинает задираться. Начинает строить. А? Татоша, осторожно. О, значит, годик вашему. Это точно, это проверено. Ну ладно, всем хорошего настроения, пока.